Всем привет! Только что пришла с улицы, нашла листья смородины. Посмотрите, улитки обожают листья смородины. По крайней мере, тем летом обожали. Сейчас, не знаю, может, вкусы поменялись. И сейчас я буду кормить улиток. У них сегодня морковка, листья смородины и грибочки. Они их уже давным-давно не ели. Где-то последний раз месяц назад ели, поэтому, думаю, можно дать. Грибок — это белок, его много давать нельзя. Вот. Кладем морковку. Так. Кстати, спасибо за вашу поддержку, которую вы мне писали в комментариях и на последнем видео, где я выложила видео про свой сколиоз, как это все было, про операцию. Вот, спасибо вам за поддержку. Так, я думаю, даже двух кусков ставить, да, будет достаточно, потому что они много не съедают. А тут три кусочка хватит. Вот, грибочков положим по два кусочка. Так. А тут-то, наверное, три кусочка, потому что там улиток больше на одну. Ну, еще. Так, листья смородины. Не знаю, сколько класть. Знать бы, сколько они съедят. Так, ну столько достаточно, я думаю, будет точно. И еще покладем, чтобы они уже так наелись. Так, а это улиткам, которые на продажу. Вон сколько им всего. Так, сейчас посыпем все кальцием. Кальция мало осталось. Ну ладно. Так, я все посыпала, все готово. Буду кормить. Так, надо еще пульверизатор воду набрать. Так, начнем с этих. Потом с этих, а потом уже буду своих кормить. Так, улиток, которые на продажу покормила. Теперь буду кормить ретика. Блин. Так, опля. Дети кушать вкусняшку, вы еще такого не ели. Вы еще никак... Кстати, они еще никогда не пробовали листья смородины. Это фулики пробовали. Так. Так, отцепись от меня. Опля. Пробуйте. Очень вкусно. Так, теперь фулики. Посмотрите, какую вам вкусняшку несу, вы такое любите. Так, теперь вы, сейчас я вас подсажу, то пока они найдут еду, 100 лет пройдет. Так. Очень хорошо увлажняю контейнер. Так, приятного вам аппетита! Так, на этом все. Улиток я всех покормила. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео.